Здравствуйте, здравствуйте. Все, короче, садимся за вот это, за учебные места. Че, дурак? Он что-то лагать начал. Он поднимается, сам опускается. Так, тебе еще недели даже нет. Ща, я просто... Они изменили здесь весь сайт, и я не знаю, как это. Я не знаю, как... Как включить эту самую, как музыку включить. Вы чё, дурачки? Извините. Как музыку включить? Главное, громко не кричать, там на меня уже соседи жаловались. А я не понимаю, что вы сделали-то. Ну нормально, пускай будет это. Я говорю, я не знаю, что они сделали, они все изменили, дурачки. Хорошо, ладно, без разницы. Значит, так вот это самое по стриму. А, все, нашел! Нашел. Нашел свою старую музыку! Все, здравствуйте, ребята. Всем здравствуйте. А что так низко у меня как-то находится? Вам не кажется, что у меня как-то слишком низко? Надо камеру повыше. Да, у меня новое рабочее место. Ну как, ну новое, да, оно, в принципе, и камера по-другому сейчас смотрит, и вообще. Тут вот на эту дырочку не смотрите, а то я под комментами, точнее под роликами и в комментах постоянно вижу то, что люди пишут: «Фу, чё за дырочка, как она меня сильно напрягает, только не смотри в мою дырочку, это моя дырочка, вот». Чё мою дырочку-то смотришь? Не надо в мою дырочку смотреть. Ребятки, я вам чё хочу сказать. Сегодня, короче, сегодня мало того, что обосраться просто, сколько всего много должно произойти. В первую очередь, вот час разминка. Вот это все. Мы посидим. Сегодня суббота, значит, можно стримить допоздна. Ну, до тех пор, пока я не начну умирать. А то я только 60 минут назад выложил новый ролик на канале. Я еще вообще даже отдохнуть не успел. Вот. И покушать я не успел, поэтому я и кушаю мандаринку. И кофе я заказал, чтобы не уснуть, как бы логично. Вот. Лерочка личико покажет свое. Лера показывала свое лицо примерно год назад. На 10 миллионов. На 8 миллионов. Или... Кто вот прям давний такой подписчик? Ну, хотя год назад это не давний подписчик, это годовой подписчик. Ну, короче, Лера примерно год назад показывала свое личико. В предложке высветилась такая, это самое. Мне сейчас в предложке высветилось... сейчас я покажу. Вот это высветилось. Choose your sniper, так еще и розовая. Да, ты, конечно. Мне очень нравится этот цвет. Это как он, хаки называется. Короче, оливковый какой-то. И мне очень сильно нравится, для пацанов. Сейчас, секундочку. Мужчинам выбираем. Сейчас загрузится в этой жизни что-то. Ну да, как только... так это, мне кажется, сейчас сайт сломается, потому что, мне кажется, сейчас все люди, которые находятся на этом стриме, они переходят по ссылке в описании. Ребята, сайт мне не ломай! Сейчас, рабочий стол еще один добавлю. Захват экрана. Я ничего не спалю. Я это закинул, да? Вот так. Так, как бы это сейчас увеличить, да? Скажете мне или нет? Сейчас, мне просто хочется вам показать. Чтобы люди знали своих героев лицо. Вот. Вот. Перед тем, как мы продолжим... Самый большой спонсор на моем канале — это мышка Стасик. 31 месяц! В году 12 месяцев.
2 года 24, 3 года 36. Она почти 3 года спонсор. Потом идет Пипука Катеридзе. Потом идет Катя Викторова. Потом Ангельский чертик. Таисия Ларионовна, Егор Труба, Арина Иззахара, Владимир Форты, Юлия Дубова, Ольга Мукова, Виктор Хороших, Маргарита, Инна, Анфиса, Елизавета, Видар, Варя, Влад, Навод, Нарезки, Ксюха. Ксюха с Андре почти в один день этими стали спонсорами. Ну дофига. И чем больше ты являешься спонсором, тем круче у тебя горит перчик возле ника. Скоро еще какие-то новые плюшки добавятся. И я еще какие-то эмодзи новые добавлю до спонсоров. Ну просто. Стасик, 31 месяц. Вот, ты можешь быть где-то здесь в топе. Кстати, реально, надо чаще показывать спонсоров. Мне просто интересно. Может мне, как вы думаете, может мне 5 самым большим спонсорам, я не знаю, там, какой-то подарок вручить. Реально, может мне Стасику, Пипуке Катеридзе, Кате Викторовой, Ангельскому чертику и Таисе, может мне им отправить личные футболки нового мерча, именно как подарок от меня за то, что они уже там... Стасик почти 3 года, 2,5 года. Пипука Катеридзе там 2 года и 2 месяца. Ну, то есть они больше, чем 2 года уже мои спонсоры. Может, мне им подарки отправить за это? Мне кажется, надо бы это сделать. Это же реально прикольно. Кстати, подожди. Я в Дискорд уже зашел, ребята. Меня там уже все ждут. Так, я все показал. Что я еще не показал? Если зайти в раздел «Школа», вот что я еще не показал. Кстати, недавно добавили новую тетрадку Амонга. Ее раньше не было. А это я уже вроде говорил на одном стриме. Но ее раньше не было. То есть, ну, вот такая вот тетрадка в школу. Можно выбрать разное ее наполнение. Или в линию, или в клеточку, или еще куда-то. Вот это... Вот эту добавили. Вот такая тетрадка еще есть. Спицы. И вот такая тетрадка. Вот этот рисунок Choose Your Sniper, это мой фаворит. Вот его обожаю больше всего. Вот это, там 3 новых мерча добавилось. Вот это люблю больше всего. А, есть еще вот такой. Хотя подождите, я про это вообще забыл. Опять не грусть! Да вы что, угораете надо мной, что ли? На сайт и ломайте мне его. Я не успеваю ничего показать. Короче, здесь новый рюкзак есть, черный. Choose Your Sniper. Мне интересно, даже я не могу показать рюкзак и не знаю, можно ли там выбрать цвет рюкзака, потому что вы снимали опять не сайт. Вот эта тетрадка, она самая яркая. Вот эта тетрадка мне нравится офигеть как сильно. Вот, загрузилась. Вот. Потому что она самая красочная. И я тут прям на главном фоне. И Катя здесь еще кукует. Ну, то есть вот эта тетрадка, она прям самая прикольная. Ну, и вот это. После этой, конечно. Я вот это говорю, это мой прям фаворит. И все, я больше ничего не могу показать, потому что вы опять все сломали. А ты у нас на десертик, получается. Так она и не включала. Ну, в любом случае. Сейчас, подожди, я музыку сейчас сделаю. Чтобы она на фоне хотя бы была. А ну тихо, помолчите. Так, нормально музыка или слишком громкая? Нормально. Ну что, ребята, ну что? Давненько мы с вами так не сидели. Давненько такого не было. Сейчас я переключаю. Я, знаете, можно я скажу? Кто это? Скажи. Это ты, Лерочка? Я, короче... Ну? Да, я, короче, вижу Лею, и я не поняла, что за баба с нами сидит. А где Лея? Спасибо. Если честно, это... Так, а, хорошо. Тут, кстати, есть новые наркоманы Петровича, которых я сам еще никогда в жизни не видел. Так, ну что, давайте по старинке. Первый у нас Андре стоит со своей девушкой. Ну, как бы его девушка же тоже уже у нас в команде получается, сосиска. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, вот. Так, а у Андрюшки день рождения! С днём рождения! С днём рождения, Андре! За тебя поздравляю! Давайте все вместе, я дирижер, давайте. Давай. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, Андрей! А кто к кому приехал, Андрей? А, к тебе приехали, да? Сосиска. К нему, да. Надолго, сосиска? На день. А чё так мало? А чё так можно было? Школа.
Ну ладно, хорошо. Это у меня через 4 дня тоже день рождения. Это через 4 дня. Это что будет за день? Это среда. Это среда, да. Это, ладно, мы Хрейда во вторник поздравим с днем рождения. А просто понимаешь, в чем прикол? Ты стримишь, получается, 28-го и закончишь, когда у меня уже будет 29-е, там 12-е. А, ну вот, значит, успеем даже тебя поздравить. Ну, так что в конце поздравишь, да. Так, следующий. Ну вот этот я его больше всего ненавижу. Ты на меня показываешь, да? Нет, вот этот человек, который сейчас на экране, он самый старый в нашей команде. Костя, привет. Я, честно сказать, я его не очень долюблю. А, он про себя. Алло. Бывает, бывает. Андрей, там тебя поздравляет строитель. С днем рождения. Да. Давайте дальше у нас Хрейдик, который переехал на новую квартиру. Вы посмотрите, у Хрейда фон лучше, чем... Хрейд, дай мерчом померяемся на стриме. На Хрейде мой мерч. Вы хотите помериться мерчами, да? Давай! Смотри, Эд. Давай! Смотри, где ты, подожди. Раз,